использую только один на Мексиканском заливе. Там вроде как мы особо пляжей не искали. Может быть, они, конечно, и есть. Но мы их не видим. Скорее всего, да, они есть, но мы уже туда. И не рвемся. Привет-привет. Мы сейчас находимся на классической, наверное, набережной. Ну, дороги пока. И в районе Clearwater пляж Indian Rock. Пойду покажу вам, как здесь и что здесь. Вот это вот зона, общественная парковка. Причем, смотрите, вот там написано паркинг только для жильцов вот этого домика. Здесь паркуются инвалиды, здесь парковаться нельзя. Здесь паркуются тоже те, кто снимает вот этот дом. И парковка здесь только для двух машин. Ну, называется общественная. Так что вот, здесь парковаться может тем, у кого есть билетики. Так, сегодня ветрено. Опять ветрено. Не знаю, как будет звук на микрофоне. Оставьте все, кроме ваших вот этих голых лапок. Так, у нас можно здесь купаться на ваш собственный риф, наслаждаться солнцем и бросать мусор в контейнер. Потом, что здесь еще? Собак нельзя, бухать нельзя, стекло нельзя и парковаться вокруг. Короче, вот тут есть душ, есть вода. Ну, в общем, заходим мы вот. Такой вот пляжик. Сейчас я скажу. Через 3 часа. Тут зонтики, это все палатки, это все люди приносят с собой. Народу дофига. С кем будете, с тем лежите. С кем будете, с тем купаетесь. Народу очень так много, но места личного хватает всем. Ветрено пока и прохладненько сегодня. Ну как прохладненько? Ну, конечно, мы в шортах, в майках. Ну вот в конце марта море. Море такое не очень. Вода, кстати, тоже такая же. Ну, наверное, привыкнуть надо. Вода прохладная. Ну, наверное, на Урале с такой водой все лето купаются. Поэтому, наверное, вода даже для Урала теплая. Да, привыкнуть можно. Народ купается. Сейчас тебя зальет. Арчи даже язык не высовывает. Не жарко. Ну, в общем, вот. Такие... Это пляж. Метров на 5, наверное. Очень. Видите проезд, садпите, заходите на пляж. А парковаться лучше всего, не доезжая в набережные дороги. Не помню, как это называется. Где-нибудь рядышком перед ней есть кафешки всякие. И вот там лучше машину оставить будет. Она и вроде как бесплатная. И сюда идти 50 метров всего. Обозначено, что нормально.